Любовь с экрана часто переходит в жизнь. Вот и Елена Подкаминская с Марком Богатыревым не устояли. Они играли пару в сериале «Кухня» и вскоре стали парой и в жизни. Но за пределами съемочной площадки влюбленные тщательно скрывали свой роман. Тишина была нужна, потому что Подкаминская в то время была замужем, растила дочку. Но до развода дело не успело дойти. Роман актеров быстро сдулся. Уж очень разными людьми они оказались. К тому же Елена старше Марка на 6 лет. Сегодня этим никого не удивишь, но в случае с Подкаминской и Богатыревым разница в возрасте сыграла свою решающую роль. Похоже, роман актеров в жизни точь-в-точь повторил их отношения в сериале «Кухня», где героиня Подкаминской мечтала о серьезном мужчине, а герой Богатырева постоянно вел себя как ребенок. Но сегодня у бывших возлюбленных все прекрасно в личной жизни. Марк женился на Татьяне Арнгольц. У них родился сын, а Елена развелась с первым мужем и вновь вышла замуж. В этом браке она стала мамой во второй и третий раз.